Вспоминая легенду СССР Владимира Высоцкого, невольно вспоминаешь Марину Влади. Марина Влади, красавица-француженка, являлась музой для Владимира Высоцкого. Совсем недавно Марина отметила свои 83 года. В честь этого события можно вспомнить ее интересную и насыщенную жизнь. Актриса родом из Франции, родилась в маленьком городке, находящемся вблизи Парижа, в 1938 году. Изначально у девочки было двойное имя – Екатерина Мария. Она выросла в семье русских эмигрантов, творческих людей. Отец Владимир был оперным певцом, а мама Милиция – балерина. Кроме Марины в семье было еще три сестры, она была самой старшей. Влади – псевдоним артистки, настоящая фамилия Полякова-Байдарова. Марина решила укоротить имя отца и получилось Влади. Этот вариант Марине нравился больше. Неудивительно, что девочка мечтала стать актрисой, ведь все детство жила в творческой атмосфере. Самую первую роль Марина получила в фильме «Колдунья». Там она сыграла Ингу. Именно в этом фильме молодой Владимир Высоцкий заметил красавицу, но лично познакомиться с ней не удалось. Через 12 лет произошла судьбоносная встреча молодых людей. Они уже успели разочароваться в жизни, семье и людях. Но между ними случилась настоящая искренняя любовь. Их близкие отношения продолжались до самой смерти Высоцкого. Их любовь пережила множество проблем, но пара всегда находила способы их решить. Даже запрет министра культуры Фурцева не смог разрушить их отношения. Владимиру запретили выезжать из СССР, зато Марина сама прилетела к нему в Советский Союз. Всю свою жизнь актриса боролась с проблемами, смерть мужей и внуков, тяжелая болезнь сына и даже алкогольная зависимость. Ей помогло желание жить. Она всегда верила в лучшее. Сейчас Марина Влади до сих пор ведет активную жизнь, занимается спортом, читает книги, изучает искусство, пишет книги. Женщина чувствует себя прекрасно и выглядит счастливой. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале. Вам точно будет интересно.